Смотрите в пятницу, 1 июля в 18:15 на телеканале «Саморадис» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки из приюта. Две собаки и две кошки ждут своих владельцев. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Лето на дворе. Продолжаем активный образ жизни. Три вида спорта, три вида полезных увлечений и бег с собаками вместо диеты. Как они помогли сбросить хозяину 30 с лишним килограммов. Гость в студии — Анастасия Агапова, владелец собаки породы хаски, капитан команды по ездовому спорту «Самарские волки», отвечает на вопрос, почему так часто бросают хаски. Смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самаргиз» в пятницу в 18:15.